Парк культуры и отдыха имени Зернова приглашает саровчан покататься на аттракционах. 28 июня там пройдет культурная пятница. Начнет ее музыкальная ротонда «Любви, негромкие слова». Также горожане смогут насладиться музыкально-литературной программой с участием трио «Классик». Начало в 19:00 без возрастных ограничений. 29 июня в 14:00 начнет свою работу танцевальная площадка. Там пройдет шоу от Музея занимательных наук «Кварки», Нижний Новгород. В 15:00 на сцене покажут спектакль «Клоунаду», «Хранители желаний», «Нижний Новгород» и многое другое, без возрастных ограничений. На сцене на воде пройдет выступление творческих коллективов города и гостей. Начало в 14:00, без возрастных ограничений. Свою работу в 14:00 начнет и набережная парка. Там пройдут акробатические мастер-классы, без возрастных ограничений. В детском парке продолжает работу выставка «Под открытым небом. Году семьи. Семейная история». Работы вывешены на заборе со стороны улицы Сосина. Посмотреть ее может любой желающий, без возрастных ограничений. 28 июня в 16:00 в Театральном сквере пройдет награждение активной молодежи. А в 20:00 там же начнется шествие выпускников, после которого стартует концертная программа. Возрастное ограничение 12+. 29 июня всех горожан приглашают на праздничные мероприятия, посвященные Дню города. С 17:00 горожане смогут насладиться концертом губернского и московского оркестров, примут участие в кинофестивалях для лиц старше 6 лет, завершит концертную программу Виктор Салтыков для лиц старше 16 лет. 29 июня с 9 часов утра свою работу начнет стадион ИКАР. Там пройдет фитнес-зарядка. В 10:00 стартуют соревнования «Мама, папа, я, баскетбольная семья». В это же время начнется работа интерактивных точек, мастер-классы, соревнования по шашкам, электронный тир, активности от движения первых, фестиваль настольных игр, логические игры, программа «Воздушное настроение» и парад колясок. Также гостей праздника ждет шоу мыльных пузырей, дефиле невест, благотворительный футбольный матч и многое другое, без возрастных ограничений. А 30 июня на стадионе пройдет первенство Нижегородской области по футболу. ИКАР-2011 играет с Дружбой-2011 из ВИКСы. Начало в 15:00. Приглашаются все желающие, без возрастных ограничений. В 19 часов там же начнется квиз «Крики чайки» для лиц старше 18 лет. 30 июня в 15:00 на проспекте Музрукова пройдет спортивно-техническая программа «Автозвук-2024». Приглашаются все желающие старше 6 лет. В выходные молодежный центр приглашает посетить цикл спортивных мастер-классов «Спорт. Альтернатива вредным привычкам». Начало в 16:00 для лиц старше 6 лет. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать друзьям и знакомым, как здорово вы отдохнули в выходные.